Для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блохи никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении, их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой.